24 сентября депутаты Совета депутатов города Видное приняли решение о передаче части полномочий поселения администрации Ленинского района. В связи с этим депутаты муниципалитета собрались на внеочередном заседании, чтобы принять к исполнению эти полномочия. По традиции на заседании присутствовал глава Ленинского района Олег Хромов, который подробно рассказал присутствующим обо всех нюансах этого процесса. Руководитель муниципалитета объяснил, что данное решение в случае его принятия предполагает передачу полномочий на срок принятого и исполняемого бюджета – 3 года и вступает в силу с 1 января 2016 года. Как отметил глава, время еще есть, чтобы безболезненно провести все мероприятия, которые необходимы, а именно передачу имущественных отношений и численного состава. Проработаны детально вопросы по трудоустройству уже каждого сотрудника, либо на равнозначные должности муниципальной или не муниципальной службы в администрациях, в администрации района, за исключением тех, которые попадали под оргштатные мероприятия, которые уже были намечены в администрации городского поселения с 1 января 2016 года. А это порядка 11 человек. Подсчеты, которые были проведены только лишь по численным изменениям администрации, показывают, что экономия в городе составит около 20 миллионов рублей в год. А если учитывать экономию от выполнения районом и городом одноименных функций в сфере культуры, молодежной политики и спорта, то она составит еще порядка 10 миллионов. Мы получим определенный задел в бюджете городского поселения. Эти деньги не будут распределены и перераспределены в районный бюджет. Денежные средства мы можем перераспределить на самые приоритетные вещи в городском поселении. На мой взгляд, это все-таки дорожное хозяйство, это благоустройство. Здесь у нас поле непаханное. Но распорядителем и реализатором вышеперечисленной политики будет администрация Ленинского района. Еще один немаловажный нюанс – Совет депутатов города остается и продолжит работать в штатном режиме. После ряда вопросов главе районные депутаты единогласно проголосовали за принятие части полномочий городского поселения Видное. Юлия Погосян, Константин Брылов, Елена Кошлева, Видное ТВ.